Ну и последнее перед судом предстанет 23-летний житель Омской области, которого следователи полиции подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Задержали его с поличным в тот момент, когда он делал закладку в подъезде дома по улице Дианова. Мужчина рассказал, что информацию о местонахождении запрещенных веществ получал от неизвестного по интернету. Брал партию, дозы прятал во дворах и домах Кировского округа Омска, делал фотографии закладок на телефон. Снимки также по сети отправлял зависимым покупателям. Дилер продемонстрировал две нереализованные заначки, а это еще 5 свертков соли. Общая масса изъятой синтетики составила 6 граммов, что является крупным размером. Учитывая предыдущие судимости, все 4 за кражи, на гуманный приговор сельскому жителю рассчитывать, вероятно, не придется. Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы.